атмосфера, воздух, ситуация социальная. Очень много чего изменилось. И у Александра Абдулова есть такая нелепая фраза, у прекрасного актера. Он один из своих мемуарных текстов «Царствие ему небесное» начал с фразы: «В Советском Союзе все занимались не своим делом». Ну, так было принято говорить в 90-е годы, что на самом деле это полная неправда, потому что в Советском Союзе все занимались своим делом. Все, кто работали в кино, работали строго по профессии, по ремеслу. Те, кто занимался монтажом, те, кто был композитором, кто был оператором, кто был актером, все были профессионалы. Потом в 90-е годы настало время, ну, в этом смысле, такого культурного беспредела, потому что все этим занимались, и в кинематограф шли люди максимально далекие от этого. Мальчики, девочки, жены, любовницы, миллионеры, там все снимали фильмы. И в силу этого, ну, просто статус профессиональный упал многократно. Хотя появилась плеяда режиссеров: Воропаев, Хлебников, отчасти Сигарев, Петя Буслов, Кирилл Серебренников, Саша Велединский, Попогребский, которые, конечно же, каждый там снял по одному, по двум классическим фильмам, и тут ничего не попишешь. Но статистически, конечно, советское кино, любое десятилетие советского кинематографа обыгрывает последние 20 лет на раз. Просто там в течение 5 лет снималось столько там классических кинокомедий, героических фильмов, исторических эпосов, и, что мы не догоняем до сих пор. Хотя, ну, похвастаться есть чем. Есть отличные экранизации «Братья Карамазовы», например. Есть хорошие работы вот, тех режиссеров молодых, которые я называл. Но как массового движения, как кино, которое определяет и жизнь государства, и влияет на международную культурную ситуацию, вот сейчас этого нет. Мы это, безусловно, потеряли.